большой-большой привет. Я сегодня не в платочке. Вот. Так что такие вот дела. Начинаю снимать наши дачные влоги. Кому интересно, оставайтесь вместе с нами. Нам это будет очень приятно. Покажу нашу кухонку. Вот, мы ее немножко так обустроили. Мы в этом году завезли сюда еще один диван, потому что, ну, неудобно. Кто-то сидит на стуле, а кто-то просто кайфует на диване. Поэтому у нас вот так вот два дивана. Здесь такая зона. Вот. Это такая наша летняя кухня, где я вот обитаю. В основном я, да, готовлю, кушать. И почиваем здесь наших гостей. Вот. Ну, такая скромненькая кухонка. Вот сколько здесь? Здесь у нас получается 14 квадратов. Ну вот. Так что вот так мы здесь в основном летом и обитаем. Где-то еще буду немножко. Надо будет клеенку поменять. Надо будет пледы поменять. Ну, все это осуществимо. И, потому что сезон только начался. Вот. Старенькая у нас газплита. Ну, ничего. И этому мы, конечно же, рады. Вот. Вот такая наша кухонка, где мы проводим время. Ничего. Кухня у нас перезимовала хорошо. Нигде ничего не потекло, нигде ничего не отсырела, поэтому хорошо у нас перезимовала наша кухня. Ей второй год. В том году мы ее строили. Так что вот такие вот дела. Thank you.
немножко. Покажу, что у нас. Вот пруд. Пруд мы его чистили, два раза перекладывали, потому что первый раз переложили, он у нас потек. Вот второй раз мы его переложили. Но не знаю, вроде как. Боимся добавлять в пруд какую-то химию, потому что у нас кошка, а она пьет оттуда. Единственное, что мы добавили, это зеленку. Но зеленка поначалу, конечно, была прям изумрудная вода. Но сейчас, конечно, она уже стала такой более прудной, так сказать. Вот немножко благоустроила здесь. Такую декорацию сделала, как будто бы был источник. И все это превратилось в пруд. Источник высох, а пруд остался. Ну, как бы такая задумка. Вот. Ну вот как-то так. Зацвел люпин. И прям пчелки на нем. Люпин уже практически отцвел. Вот это вот. Кто это? А? Хвостик. Ты хвост везде за мной. Да. Такой, но я сажала его в прошлом году семенами. Вот он в прошлом году не цвел, зацвел в этом году. Вот три кустика, один сиреневый и такой вот розовато-фиолетовый. Вот. Пчелка прям где-то, а вот на этом цветке. Кстати, вот эти цветы пчелы обожают. Они как сорняк. Но я их не стала отсюда убирать, потому что здесь угол. В принципе, сарай рядом. Вот. Так что оставила, в принципе. Вот здесь зашел у меня с прошлого года укроп. Но я вот его потихоньку использую в салатах. Вот. Да, Мусечка? Саша красит, а я вот хожу, брожу вечер. Посадила в этом году хосту. Вот. Два куста неплохо принялись, а вот этот прям два дня просто лежал. Но сейчас вот смотрю, вроде как отходит. Я думаю, что примется. Это прошлогодняя моя хоста. Ромашки не убираю. Вот эти вот, которые мелкие ромашки, я их оставляю. Ну, где-то оставляю по пару кустиков. Они цветут рано. В принципе, потом просто с корнем выдираю.